Снимаем Swiftchaser 800. Эта лодка уже хозяйская. Мы уже знаем хозяина. Здравствуйте. Перекидушечка сзади. О, да? О, прям хорошо, да. 350-я Сузука. В отличие от того корпуса, мы здесь имеем уже модифицированный диван кормовой. Да, вещь. Мы его усилили. Теперь можно находиться на ходу. Здесь еще будут подлокотники размещены. Можно смело на ходу сидеть на диване. Убираться, да. Он очень мощный, надежный. И то, о чем я говорил, здесь высота. Да, высота. Проема. Соответственно, мы заходим, не пригибаясь. Здесь мы имеем еще над головой сантиметров 7-10 запас. Да. Стоит в полный рост. Хорош. Ну ладно, пусть люди там доработают, а мы здесь пока поснимем кокпит, что еще в нем есть. Да, они выходят. Снимем рундуки. Ну, здесь что? А, значит, под диваном расположены аккумуляторы. Ага. Значит, мы их располагаем теперь уже в следующих моделях ниже и над ними делаем сухой рундук рубацкий, ну, высота сантиметров 10. Ну, для швартовых, как бы, да? Можно посмотреть на нее? Нет, сейчас мы здесь имеем, собственно говоря, конструкцию такую. Я про этот рундук говорю. А, в перспективе. Видом, да, все понял. На будущее сейчас у нас. Ну, даже сюда можно швартовый бросить. Размещены здесь, но когда мы поняли, что в принципе у нас остается место, чтобы их притопить, ну, да. Теперь в следующих моделях у нас здесь будет так называемый рыбацкий рундук, да, то да, есть да. Сантиметров 10 высотой и, соответственно, длиной. Но сейчас уже мы освоили выносной транец, и это нам дает возможность сдвигать кормовой диван на его ширину дальше. Ну да. У нас освобождается пространство в кокпите, и мы формируем Г-образный диван на кокпите заднем. Ну, это вообще люкс будет, конечно. И это будет, собственно говоря, два дивана. С возможностью сам дек сделать еще. С полноценными огромными рундуками. То есть кранцы, не кранцы, жилеты и все туда. Да, и у Мэри Фишера большого, 895-го, такое решение. Г-образный диван. У него еще сделана отсюда откидушка. И это получается как большой сандек еще в кокпите. А мы сделаем по-другому. Мы здесь формируем, значит, Г-образную вот эту историю и ставим столик. Столик сделаем на гидравлике. Угу. Соответственно, будет опускаться, будем прокладывать мягкую подушку, крепится мягкая подушка к дивану, и у вас, соответственно, получается вот, вот, да, вообще. Но у нас в этом корпусе, почему я сюда вас приглашал активно, да, получается у нас раз, два, и на носу третье место для загара. Сейчас есть, все посмотрим. Да, три точки, в которых можно загорать. Так, это фирменный бойлер ваш, собственное изготовление, да, правильно я понимаю? Все своими руками, самоделкины, но делаем качественно. На самом деле, все водонагреватели во всех наших моделях, это, ну, наше производство. Здесь наши клиенты запросили установить, да, рукомойник миниатюрный. Но вместе с тем, в комплексе вот эта вся система, она
повлияло на то, что мы здесь были вынуждены поставить унитаз мини. То есть стандартные базовые. Ну, может быть, у них маленькие попки. Возможно. Но стандартная комплектация, я к чему веду, у нас полноценный якорный, большой унитаз. Двери, если отметить. Но он, я так понимаю, душевую делали? Мы душевую размещаем здесь, вот леечку. Да? Значит, и делаем штуцер на корме. То есть мы отсюда пошли туда, либо наоборот. То есть можно помыться, и здесь там палуба самоотливная. А, соответственно, вы можете уже как бы принимать души. Здесь насчет дверей. Какая история? Принципиально пока не отходим от наших фирменных морских дверей. Ну, мы их так называем морские, да? Почему? Потому что двери мощные, и когда мы их закрываем, у нас шумотеплоизоляция в кабине на высоком уровне. То есть, с учетом того, что кабина полностью шумоизолирована, мы закрываем форточки или двери, еле слышим двигатель. Ну, и вместе с тем мы включили кулер, отопили помещение, собственно, закрыли двери, и тепло держится очень долго. Отапливаем, сейчас делаем уже не один планар, а делаем два контура, то есть два планара по 2 кВт, пускаем на 2 кВт. Не хватало одного? Нет, просто это более эффективно, потому что там, где тройники расходятся, да, там идет потеря в одном направлении, но сильно идет горячий воздух в тех направлениях, где, собственно, это не нужно. Просто, мне кажется, два планара, два раза шум больше. Но бороться с ними. Двери фиксируются. Ну, видел, да, ловушечки. Да, на ходу вы можете спокойно, значит, вот идти с открытыми дверями. Но здесь что? Здесь в качестве опции на данном кастере откидная лавка, про Г-образные диваны, я уже сказал. Стекла сейчас вклеиваем. Уже начали вклеивать. Каленые, заводские, четверка с заводской тонировкой сразу. Здесь мы видим, пока мы на корме, значит, вот место для загара, оно оснащено вот как бы, ну, такой вот наклонной системой под спинку, да, чтобы мы облокотились. Вместе с тем, вот это пространство формируется в отдельный рундук. То есть мы закрываем его. Да, я смотрю, канистры можно забросить туда. Да, то есть сюда, в принципе, то же самое, кранцы, жилеты, канистры, там все, что место прикольно. Добро пожаловать внутрь. Как внутрь? Хорош? Запах хорош внутри, что немаловажно. Здесь отделка вообще шикарная. Нет, вот эти вот все решения, как бы они тоже... Здесь, это уже, я так понимаю, урока. Да, здесь как бы основной нюанс, который хочется отметить. Ушли мы от дуба и ясли. И прям пахнет. Закупили. И рока прям пахнет. Пахнет и рока. Здесь, да, здесь объем, вот мы вчетвером, да, мы расходимся спокойно, то есть здесь и широко. Смотрите на большой, ну-ка, рядочком. Так, на их подержимое. Они под этот? Только смотри, что снимать, пожалуйста. А, ну она должна, видимо, еще выехать. Ну, полупопия это висит. Полупопия висит, но тут есть расширялка. У них делается череп. Выдвигается на 15 сантиметров вся эта история, и, соответственно, вы садитесь спокойно вдвоем, и вместе с тем это место опять-таки формируется... Спальное место огромное, 120 на 210. Данька сейчас выезжал в предыдущем. Ну да, мы уже видели. Здесь основная особенность вот данной модели, да, она состоит в следующем, что, значит, по вот то, что вы снимаете, это интегрированные лестницы по стенкам. Да, да, с той стороны. А в силу того, что эта конструкция, ну, получилась вот таковой, что она зашла немножечко нам в салон, да, то мы, соответственно, и это использовали с точки зрения технологии, да, то есть полочки, это дополнительный рундук для, ну, какого-то ружья, допустим, да, открывается, смотрите, крепление мы еще не установили, катер. Это разобранном виде, только если... На 80, ну да, да, да. Потому что это 1.10 м на... Нет, ну сайга, допустим. Пожалуйста, сайга поместится. Что такое? Далее. Полочки старались сделать максимум рундуков, то есть теперь в нашем исполнении с прошлого месяца уже делаем под постельный билет, под матрасами делаем три рундука дополнительных, и делаем вот боковые рундучки. И еще и под ручку уместилось, и три рундука уместилось. Да, и вместе с тем мы изыскали возможность сделать в полах, в кабине еще два дополнительных больших рундука, здесь их нет.
Но в моделях, которые сейчас стоят на производстве, эти рундуки уже появились. Соответственно, много пространства. Да, много пространства под сиденьями. Мы его используем. Рундуки по максимуму. А с учетом этого габарита у нас получилось сделать увеличенный камбус. Соответственно, здесь ребята сказали, что отказывают смотри в комплекте. Но в стандартном исполнении мы делаем мойку под камень с гидрошлагом. Она большая. Ну, там миниатюрная, то есть, ну, по сути, сейчас у нас мойка вот по периметру этой столешницы большая, конечно. Ну, соответственно, увеличение камбуса повлияло на то, что мы смогли сделать дополнительно какие-то рундуки здесь. И, соответственно, ну, как бы вот, под мусор очень удобно, мы их готовим. Здесь мы еще не установили, но будет подкидная столешница. В качестве продолжения рабочего пространства столешницы. И, соответственно, ну, вот здесь будет контейнер под мусор. Понятно. Холодильник Изотерм 85 на 100 литров установлены. С морозилкой. Вот. Ящички под утварь кухонная. В целом, значит, все рассчитано таким образом, чтобы у нас камбус не соприкасался с сиденьем капитана. То есть оставляем зазор обязательно. Здесь делаем защитный кожух. Повторюсь еще процентов на 80 исполнения катера. Здесь делаем полочки для специй дополнительно. Ну, понятно. Красоту хозяйскую сделаем. Ну, как бы спутница капитана тоже должна быть очень комфортно и уютно. Ну, мы с таком не готовы. Принципиально. Мне должно быть комфортно. Вот мы видим сейчас носовую часть, да, мы ее полностью можем закрывать матрасом, мы ее формируем. Третье место уже для загара, то есть первое на корме, второе на крыше, и, соответственно, носовая часть покрывается полностью мягким матрасом, третье место для загара. Да, я понимаю. Это я понимаю. Учитывая наши переходы. Но здесь вот отмечу стекла, большие форточки, соответственно, ну, уже не миниатюрные, как ранее, а уже более удобные форточки. Соответственно, люди. Пойдем смотреть крышу. Да. Для канистры. Для канистры. Значит, оптимально. Отсюда на Потопчину и по Потопчине к лесенке. Потопчина мне, честно, нравится. Потопчины сейчас делаем шире. На этом мы не останавливались, модернизировались. Ну, вполне себе умещаешься. У нас сейчас на производстве стоит новая модель 800-го катера. Там Потопчина шире сантиметров на 10. Пойдем посмотрим. Да, да, да. Да. Ну я сюда ногами вставать не буду, это матрас. Ну-ка поговорим еще что-нибудь. Ну а что поговорить? Очень все красиво. Места очень много. Солнечные батареи, все по там, кстати, очень органично легли. Тебя не слышно, малыш, ладно. Солнечные батареи. Не слышно, не говори. Нет. Да, сандек шикарный, конечно. Место для приема солнечных ванн. Как всегда, полукруглое остекление. Шикарно вот это все у них сделано. Из двух стекол. Один люк. Старпом крадется ко мне. Я крадусь. Как бы вот мне не очень нравится, как я крадусь. Опасненько? Ну да. Вот я понимаю, что если будет тачка,
непросто будет. В смысле, ну не хуже, чем на нашей? Хуже. Хуже? Хуже. Зачем? Не знаю. Ну вот ощущения. Неудобно браться? Я не могу объяснить. Телефон в руке мешает? Я из телефона. Ну вот засунь в карман задний. Мне кажется, что уже потопчен, чем у нас. Уже? А, ну да, носовые, в носовой части точно уже. Потому что на нашей я как-то стою перпендикулярно. У меня нога почти вся помещается, а здесь я на носочек. Да. И тут еще батарея. За место батарейных отсеков, конечно, канистровые места можно сделать. Будет прикольно. Ну, я скажу, великолепно. Благодарю. Идея великолепная. И вот эти места, конечно, ну, здесь мы, опять-таки, на месте не стоим. То есть мы продолжаем модернизировать всю эту историю. Далее появится бимини-топ наверху, солнышко. Это буквально вот мы по возвращению в Самару, значит, будем устанавливаться. И будут подстаканники, подбутыльники, соответственно, в этом рундуке... Короче, обитаемая крыша. В этом рундуке, более того, мы планируем разместить по, опять-таки, желанию клиента, холодильник дополнительный для напитков. Нет, ледогенератор надо поставить. Ну, ледогенератор у нас уже предусмотрен. То есть, уже такая задумка, и есть понимание, куда его будем устанавливать. А получается, в кокпите рундуков уже больше нет, да? Ну, или вот только вот пошвартовные ящики? Боковые рундуки, соответственно, и будут огромные рундуки вот под Г-образными. Просто данная модель, она с кринолинами, да, когда мы говорим о выносном трансе, там уже совершенно иная история. То есть там и ширина другая, да, и, собственно, рундуков больше. Да, понял. Но мы стараемся по максимуму оснаститься рундуками, причем потому что понимаем потребности круизеров. Да, если это круизная лодка, тут нужен... как минимум пустые канистры, ну, заправляться. Вы знаете, да. Как, особенно... Ну, 100 литров, вот оптимально, мы на своих походах, мы много ходим, 100 литров. Надо, чтобы канистра вмещалась на 100 литров. Может быть, даже сделать свои канистры, металлические. Вот какой вы вот, человек, как это говорится, прозорливый, да, есть такой термин, то есть видящий будущее, да, то есть мы этим озадачились. Почему? Потому что по мере того, как мы выросли в габарите, у нас появилось больше клиентов круизеров. Ну, конечно. Вот. И, соответственно, мы пытаемся сейчас выдумать вот прям где-то даже из пальца высосать, да, какие-то варианты, да, которые были бы полезны именно круизерам. Да. Это как раз место для канистр. Это рундуки дополнительные под кранцы, чтобы мы их прятали, чтобы не катались они в корзине. И так далее. То есть, глядя на ваши обзоры, да, значит, отслеживая их, я понял, что вот, ну, в первую очередь это ну, самая важная история, да, которую нужно реализовать. В первую очередь. Иначе никуда не пойдешь. Максимальное количество рундуков и дополнительные. Сейчас у нас мы рассматриваем крепление для канистр вот позади дивана. А, хорошая идея, да. Да, значит, идея. Вот сейчас в разработке эта идея. Вот здесь так вообще шикарно, можно много разместить. Ну, здесь, смотрите, не знаю, насколько, конечно, это на ходовые характеристики повлияет. Все-таки тяжесть на карман. Ничего страшного. Надо нос чем-то догружать. У нас вариантов масса, да. То есть у нас есть каюта, мы ее пригрузим. Да, и, соответственно, ну, да. Вещи в каюту или там в носовую часть. Вот здесь вот площадочку мы закрыли, угу. Соответственно, у нас увеличился проход. Это нам позволило уже здесь сформировать место для крепления, собственно. Ну, можно таргу просто поставить, и здесь вот наши тоже выставки. Вот. Соответственно, ну, мелкие решения, да, которые вот, ну, как бы... Ну, вот это видите, правильные там, вещи. Фильтры вынесли, да, значит, сюда. Удобно, чтобы можно было его обслужить, да. Сейчас мы делаем уже рейлинги не до окончания кринолина, а заканчиваем рейлинг вот, ну, сантиметров, наверное, 7-8 от окончания борта, чтобы вам было удобно, собственно, при швартовке ходить и, да, вступать на кринолин, либо на платформу. Все понятно. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Очень спасибо приятно. Большое. На канале скоро выложим. Благодарю вас.